один гость, который, к сожалению, не смог прийти на праздник, передал вам подарок. Я прошу вас смотреть друг на друга, стоять вот именно в том месте, где вы мы вас поставили. Мы вам его презентуем. Это будет сюрприз для обоих. Этот подарок ехал издалека. Он достаточно большой, и мы будем выносить его в этот зал. Но прежде я хочу вас поместить в определенную машину времени. Это машина времени, которая унесет нас в прошлое. В то приятное прошлое, где вы повстречали друг друга. Смотрите на друг друга и переживайте это с нами. Еще два вопроса. Дорогой жених, Дмитрий, вы любите свою жену? Люблю. Я иногда в шоке, потому как он четко отвечает, уверенно, без доли какого-то либо вранья. Ты его любишь? Люблю. Я слышу, это монитор в ухе. Люблю. Слышал. Сейчас я вас прошу повернуться и закрыть глаза, чтобы мы вынесли подарок, вы его не увидели. И прошу оставаться на своих местах. Закрывайте глаза. Я попрошу вас не двигаться, не уходить с места. Ребят, выносите. Да, да, сюда ставьте. Ставьте сюда. Вот сюда. Привет. Красивый подарок, нравится? Какой большой, да? Знаете, откуда его увезли? Ну ладно. Сейчас я попрошу на счет три вас повернуться и побежать друг к другу навстречу. Но только на счет три. Посередине будет стоять большой подарок. Гости его видели и восхищены.
Но вы не должны побояться, вы должны пробежать сквозь него. И если вы не испугаетесь и пробежите сквозь него, значит, ваша любовь действительно имеет право на жизнь. А если остановитесь, грош цена вашей любви. Дорогая Анечка, дорогой Дмитрий, на счет три. Раз, два, три! Поздравляю тебя! Это твоя Анечка. А что ты думал? В Таиланде все мужики. Из Таиланда подарок везли. Обратите внимание, жених плачет, рыдает, у него истерика, он не знает, что делать. У тебя